Ребята, всем привет! Сегодня у меня короткий ролик на тему, сколько воды добавлять в АГМ-аккумулятор. На самом деле это действительно сложность, и если вы начнете искать информацию, то как бы ни хрена не найдете в интернете. Сейчас я вам хочу показать один из способов, которым я пользуюсь. Какое количество воды эмпирически нужно добавить в каждую банку аккумулятора индивидуально. То есть это способ такой, как бы с первого раза, конечно, может ничего не получиться, но если не торопиться, то получится. Для этого нам понадобится китайский тестер вот именно вот такого плана. Значит, подключаем его к аккумулятору, минус. Блин, вот все хотел сделать крокодил, и руки так и не доходят. Приходится со щупами мучиться. Минус, плюс, запускаем измерение. Открываем все банки. Какое количество воды добавить? Да хрен его знает. Значит, вода подготовленная. Берем смело шприц. Это у нас аккумулятор Варта. Варта 105. 105 с автомобиля Touareg. И начинаем. Так, 3,68. Начинаем постепенно наливать. Смотрим, что у нас, какая реакция. То есть 10 кубиков на. Ну, слабоватая реакция. Скорее всего, и не надо было в эту банку доливать. То есть таким вот образом узнаем. 3,67. Еще. Вот эта баночка, видимо, подсохло. Вообще, этот аккумулятор, у меня такое впечатление, что он и особо-то и не сухой. Потому что и по внешним признакам не сухой. Вот сейчас две банки заправил. Третья банка. Сопротивление не сильно упало. И напряжение более-менее не колеблется. Это говорит о том, что электрохимическая система как бы полная. Смотрите, 4 банки. То есть добавлять, по сути, больше можно и не добавлять. Конечно, сопротивление меняется, напряжение тоже чуть-чуть меняется, но несущественно. Когда действительно банка сухая, там и напряжение уменьшается, и сопротивление уменьшается, все что угодно происходит. Так, вот крайние банки обычно проблемные. Смотрим. Ну, что могу сказать? По первичным признакам аккумулятор даже очень даже не сухой. Сопротивление уменьшилось. Но я не могу сказать, что он сухой. Значит, что сейчас ставим этот аккумулятор, заново формируем, увеличиваем емкость и алга. Аккумулятору 6 лет, 44 неделя, 15 год. На клемме написано 15 год, и на дне аккумулятора тоже 15 год. Этот аккумулятор оригинальный. Так, все попадало. То есть этот аккумулятор поставлялся вместе с автомобилем. В общем, как-то так. Благодарю всех за внимание. Желаю всем удачи. Всем пока. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Дальше будет интересней.